Всем огромный привет! Всем привет! Мы уже во влоге сказали, что нам Саша прислал посылку. Какой Саша, Максим? Николаевич. Саша Николаевич. Александр, как его ник на канале? Александр Влог. Да, от Саши, от Александра Влога прислал нам Саша вот такую посылку. Это был сюрприз. А сюрпризы мы любим. Приятно их очень получать. Мы с Максимкой уже чуть-чуть надрезали, сейчас он дальше ее вскроет. Ну, чего сидишь? Открывай, работай. Саша, спасибо тебе огромное. Сюрприз действительно удался. Сегодня 31 число. Мы с утра на почту, чтобы успеть до праздников. Потому что почта у нас откроется уже только 4 числа. Вау, это нам с тобой. Что-то там очень-очень интересное. Давайте подглядывать. Вау, это тебе духи. Духи там, ух ты. Ну, давай, открывай. О, помнишь, у нас были такие, только с зеленой крышечкой. Да, у нас была шоколадная история. А этот Саша прислал Tropic Story. Ну, пока Макс там ищет следующий, давайте понюхаем. Ой, как вкусно пахнут. Так, давай на Макс. Я знаю, что это очень вкусно. Я обожаю тропик. Да, очень-очень вкусно пахнут. Я даже это с камерой-то уехала. Вау! Ой, как вкусно. Вот так мама будет вкусно пахнуть. Что там еще? О. Это мыло. Это мыло от Oriflame. Открой, покажи, да. Там очень красивый кусочек. Я такое видела. Вот такое звездочка. Какая она классная. Да. Обожаю звездочки. Саша, спасибо. Мыло мы любим. Прячь обратно. Ага. Еще в таком красивом прям упаковочке. Так приятно. Давай смотреть, что же там еще. Бальзам для губ. Ой, какой интересный. Ну, доставай посмотреть. Интересно. Ой, какая прелесть. Какой милый. Смотрите, какое чудо. Вот такой вот бальзам. Бальзам я обожаю. Мне кажется, уже все мои подписчики, все блогеры знают, что я бальзамы очень-очень люблю. Саша, спасибо. Да еще такой классненький. Вот в такой вот упаковке. Очень приятно. Еще один пакетик. Еще один пакетик. Это тоже вроде бальзам. Ну, давай смотреть. У нас за окном так шумят. Да, уже стреляют. Нет, это не бальзам, это от Yves Rocher крем. Давайте посмотрим, что за крем. Rich крем. Дневной. От морщин 7 миллилитров. Классно. Саша, спасибо. Ой, чуть не уронила. Кремы я люблю. Мама, тут еще что-то. И подвеска. И подвеска с листиком. Ой, какое чудо. Посмотрите, какая красота. Саша, спасибо. И кольцо листик. И кольцо листик. А так приятно его трогать. Такое ощущение приятное. Вот это такой барабанчик. И вот... Да. Подвеска. У него такой кулон мягкий. С одной стороны, смотрите, как будто просвечивает, да? А с другой прямо она такая становится раз. И цельная. Ой, как красиво. Сколько ластика. Вау. Макс, помоги мне. А вот все, я почти попала. Вау, красота. Смотрите. Саша в самый раз. Как красиво, да еще и к моему маникюру. Там на заднем плане уже Макс в ластиках. Вау. Ну, доставай. Ластики в таком вот контейнере. Такие милые. Слушай, такая красота. Уже коровки. Ага. Кузнечика вижу. Угу. Солнышки. Радуга. Радуги, да, вот смотрите. Яичко. Бабочка. Ой, какое мимишество, Саша, спасибо. Я так люблю в контейнерах и сосочках. Давай дальше, доставай прям так. Я так в кольце и буду с кольцом. Неужели? Арбиз. Че
Чего это такое? Шарики арбиз. Если их положить в воду на очень большое время, то они надуваются. Да? Да. Ну, я об этом не знаю. Я вообще мечтала об арбизах. Ну, посмотрим. Я даже это... Хотела сказать, ну, вряд ли. Что-то другое это, наверное. Картошку фри заказывали? Да. Расплатитесь. Деловой. Правда, смотрите, какие лайфхаки. А хот-дог заказывали? Ой, прям вообще красота такая. Заказывали, все заказывали. Вот такая прелесть. Ой, как классно. А перчик заказывали на карандаш? Заказывали, все заказывали. Так классно. А Эйфелеву башню? Ой, вот это ластик. Вау, вот это ластик. Вообще, такой. Хот-дог еще один заказывали? Это ты на него так среагировал? Нет, я на другой, этот же уже был. А, он, значит, тянет. Там две очень крутых вещи, я только что заказала. Ну, давай, показывай крутые вещи, это нам же тоже интересно. Сейчас только... Он уже с головой в пакете сам торчит. Еще один крутой вид. Ну, давай. Бургер заказывали? Конечно. Это только еще не самое интересное. Макс тянет, видите? Учебники заказывали? Ух ты! Учебники! Супер! Смотрите. Ой, какая красота! Правда, смотрите, прям вместе с полкой, с такой вот. И там учебники. А еще арбизы заказывали? А где ты услышал такое слово-то? Я впервые слышу. Я на мистере Максе видел, на разных каналах. Эти шарики через 2 или 4 дня в воде вырастают. Надо же. Саш, спасибо, будем растить. Постараемся. Я не знаю, они съедобные или нет. Мы их еще и съедим. А бывают съедобные. Бывают съедобные. Ну, в общем, будем смотреть. Если съедобный, Макс съест. А так, будет шарики... челлендж у нас. По съедению шариков. Макс будет сам с собой челлендж. Если что, не из гидрогеля. Так что Макс, ну-ка погляди на нас. Как ты рад? Покажи. О, вот этот, да? Вот этот. Покажи. Какой ты? Точно. Вот этот или вот этот? Да, вот Макс сейчас такой. Так, сейчас меня найдем. Вот это я пускай буду. Дальше. Сердечко заказывали? Печеньку. Печеньку? Давай посмотрим. Да, какая красивая. Ластиков. А мороженое спрайт? Саша, где ты столько взял? Да еще такие прям редкие. Я думала, что у нас уже есть все. Перчики. Даже больше. Еще перчики. Столько и все новое. Вот, смотрите. Правда, на карандашики одеваются тоже. Что, закончился пакетик у тебя? Нет. А заказывали порцию миньонов. Вы только посмотрите. Какие они классные. Можно открыть. У них даже открывашечки с боков. А тут тоже открывашечки. Да. Вообще супер. Ну, открывай, конечно, открывай. Интересно же. Со зверьми тоже нужны будут. Угу. Какие они классные. Мимимишки. Выдай мне один. Один выдай. А тут два вида. А подожди, тут три вида. А, это Боб, Кевин и Стюарт. А нет, посмотри. Боб, Кевин, Стюарт. Давайте смотреть. Стюарт одноглазый, Боб маленький, вот, а Кевин он длинный. Вот они такие. Они еще и двухсторонние. Ой, какая красота. Какие они смешные. Нет, Саш, правда, прямо у тебя волшебный сюрприз получился. Упаковка такая блестящая. Да, наклади. Видно по Максу, что он даже забыл, что он болеет. Смотрите, сколько радости-то. А я же себя плохо чувствовал. О, да, мы, оказывается, представляете, мы себя плохо чувствовали, оказывается. Ну, что там интересно? Кокосовый бальзам для губ. Ну, это маме. Обожаю кокосик. Ну, съешь половинку. А у тебя есть кокосовый, помнишь, розовый? У меня карите. А у меня нету US Roche. А тебе он не нужен. Да. Я тебе дам разок, ладно, мазнуть, когда заболят губки. Так, что-то интересное. Ух ты, гель с розой. Это я люблю. А второй, наверное, зеленый чай.
Да, гринче, как правильно. Ой, Саш, спасибо. Малышки такие мы любим. Пробник. Это крем. Да, ты фраше. Пробник? Попробуем, да. Попробуем пробник. Попробуем. Такая восхитительная посылка. От меня еще так вкусно пахнет вот этой водичкой. Я успела нанести на себя. Я тоже. Макс тоже успел. Ну. Как вкусно пахнет. Это ароматная земляника. А землянику? Супер. Мы обожаем. Да, мы обожаем. Как землянику я очень люблю. Не, малину я так не люблю. Я обожаю просто землянику. Как в этом году вкусно. Я прямо на землянику. Даже вкуснее, чем сама земляника. Ну, давайте смотреть. Какая у нас красота. Какие арбизы. Какие бургеры. Какие ластики. Так, это Макса ластики. Сейчас мы порядок тут наведем. Можно открыть книжки? Я вообще не могу. Можно. Ой, я так хочу на них посмотреть. А помнишь, у нас похожая есть? Посмотри. Помнишь, какая красота. Макс, подожди. А у нас коричневая, знаешь? Помнишь, такая есть? У нас одна книжка. Учение света, а не учение тьма. Ага. Я имею в виду вот такая. Помнишь, у нас стоит? Ты давай открывай. Ага. Болтушка. Ой, я уже успела красоту навести. Но вот это меня просто восхитило. Как красиво. Я завтра это одену. Меня восхитили ластики. Смотрите, прямо листик. Да еще маникюр прямо в тему. Саша, ты прям почувствовал, как надо. Что надо. Вот такая красота. Сейчас мы откроем книги. Ну что, они там достаются оттуда? Вынимаются? Да. Ну-ка, покажи-ка нам. Ой, какая прелесть. Они вместе или отдельно? Вроде бы их можно отделить. Они, наверное, просто слиплись. Ага. Ну давай мы не будем отделять. Ой, какая красотища. Так приятно. А у нас, помнишь... Ой, какое чудо. У нас такая стоит. Да, у Макса, ну, большая только, да? Для учебников. Ну да, там учебники у меня и грамоты. Да, и грамоты. Ой, какая красота. Ой, Саша, спасибо. Макс, говори Саше. Саша, огромное спасибо. Я никогда не мечтал увидеть арбиз и такие ластики. Ни одной повторки. Вот такая красота. Ну, мне вот этого прям вот восхитило. Ну, меня... Вау, да. И арбиз особенно. Вообще. Гидрогелевые шарики. Ну вот про арбиста мы давайте у Макса на канале попробуем их вырастить. Потому что мне уже самой стало интересно, что же это такое. А-а-а, посмотри, 7 разноцветных кристальных шариков. Тут написано 7 Colors Crystal Ball. Молодец, прочитал. И чего это значит? Ну я уже только что перевел. 7 разноцветных кристальных шариков. Угу. Ну, будем растить. Вот такая красота. Вот такая вот на мне красота. Ой, к счастью, нет предела. Очень красивый лист, прям вообще восторг вызвал. И на ощущение такого приятно гладить. Да, вот так же, как и ложиться в кроватку, помывшись. Вот у нас ощущения. Как помывшись, кроватку ложиться. Ну все, спасибо всем, кто был с нами. Спасибо всем, кто смотрел, кто радовался вместе с нами. Может быть, и вы тоже таких ластиков и таких, ну, подарков еще не видели, потому что для меня многое новое. Вот этот бальзам я даже не видела таких еще ни разу. Я вообще ничего тут никогда не видел. Вот. Макс до сих пор ничего никогда не видит. Ну что, прощаемся? Да. Ссылку на канал Саши мы, конечно, оставим под роликом, потому что он интересный блогер, он также любит косметику, он любит готовить, у него очень много кулинарных рецептов на канале. Много поэтому... влогов? Ну, не влоги, а вот приготовления. Ну, и много заказов, очень много заказов и Фраше, и Эйвен, и Фаберлик, то есть он любит эти компании и много покупает. Так что проходите по ссылке. А мы пошли все это еще смотреть и разглядывать, да? Ага. Всем пока. Всем пока.